На Северном Кавказе будет создан аварийно-спасательный центр. Устроиться в новое подразделение сможет любой гражданин, мечтающий посвятить жизнь помощи людям. Достаточно прийти напрямую в спасательный центр МЧС, либо обратиться в военкомат с соответствующим заявлением. Документ, регламентирующий эту процедуру, сегодня публикует «Российская газета». В центр войдут конные и десантные подразделения. Формирование будет полностью укомплектовано современным оборудованием, мобильным пунктом управления, робототехникой, а также палаточными городками на случай возникновения крупных чрезвычайных ситуаций. Конные отряды спасателей должны будут работать в Кабардино-Балкарии, Карачаево-Черкесии, Северной Осетии и других регионах Северного Кавказа. По согласованию с военкоматами, спасательные воинские формирования могут самостоятельно проводить мероприятия по отбору граждан на военную службу по контракту.